Ну, по-другому я просто, ну, даже не знаю, как все это можно сделать, но неважно. Ладно, ладно, вот опять пошли вот эти вот, знаете, все, ну, абсолютно вот все сервера, которые там сейчас есть в топе вот этого всего мониторинга и всех-всех-всех вот этих вот прочих вещей по типу Сан-Тропе, там, я не знаю, онлайн ролеплей, Флин ролеплей, Мордор ролеплей, то есть, потому что ролик, в самом деле, получился интересный, насыщенный и разнообразный. И вот сейчас, спустя буквально несколько месяцев с момента релиза, вызывает решение проблем, связанных с Резону Мобайлом. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Резона РП. Вся дополнительная информация в описании. Всем же сейчас понятно, что Redmir KRMP на Android находится на диком хайпе. И именно поэтому у меня выходит уже какой-то там, я не знаю, второй, третий, возможно, четвертый видеоролик касательно Redmir Roleplay. Но я предполагаю, что некоторые люди из вот этих вот от 3000 человек, уже там побольше, они, ну, подписывались как раз-таки именно из-за этого, из-за Redmir KRMP, из-за вот последних всех новостей, связанных со всем этим Redmir'ом, со всем вот этим вот прочим. И так далее и тому подобное. И в данном видеоролике я сразу хочу сказать, что тут не будет каких-то новостей, потому что, ну, ничего толкового не вышло. Я думаю, что следующая новость, связанная с Redmir Mobile, Redmir KRMP и со всем вот этим вот прочим, она будет уже о непосредственно самом выходе от данного мобильного клиента на все вот эти вот, знаете ли, платформы, на все вот эти вот телефоны, на, возможно, какие-то вот эти вот, там, я не знаю, баги, лаги, недоработки, ошибки и все прочее, связанное как раз-таки со всем этим Redmir'ом КРМП, Redmir'ом Мобайлом и вот всем-всем-всем вот этим вот прочим. Но зачем сейчас загадывать? Ведь мы, как говорится, поживем, увидим, что там будет у этого самого Redmir'а, что там будет у этого самого Ковалевского и как вообще вот оно все будет. Тут же я сейчас хочу немного, так знаете, разобрать людей, которые вот, возможно, не зная опыта других похожих проектов, других похожих концепций, других похожих вот этих вот, знаете ли, каких-то переносов, ремастеров и всего-всего прочего, они говорят, мол, о том, что вот Redmir KRMP, он в самом деле сможет уничтожить другие KRMP сервера на Android по типу там, я не знаю, Барвихи, Black Rush и вот всего-всего прочего. И в данном видеоролике я думаю, что это мы сейчас и обсудим, потому что, ну, по-другому я просто, ну, даже не знаю, как все это можно сделать, но неважно. Ладно, ладно, вот опять пошли вот эти вот, знаете, все непонятные вещи, какие-то непонятные лирические отступления, но зачем они все нужны, если на самом деле нужно просто, так знаете, кратчайшим образом, кратчайшим каким-то способом раскрыть всю основную суть, связанную со всеми вот этими, знаете ли, вещами. Вот. Поэтому, ладно, давайте начнем. Вообще, когда вот только подготавливалась Резона Мобайл, Резона Android на вот этот вот весь GTA Samp, вот этот вот весь апорт компьютерной версии вот этой всей игры на телефон, на Android и на все прочее, то многие люди, еще не зная то, что из всего этого получится, то, что из всего этого выйдет, они думали, они предполагали, что в самом деле Резона Мобайл она уничтожит всех. Ну, абсолютно вот все сервера, которые там сейчас есть в топе вот этого всего мониторинга и всех-всех-всех вот этих вот прочих вещей по типу Сан-Тропе, там, я не знаю, онлайн ролеплей, Флин ролеплей, Мордор ролеплей, то есть всех в кучу собирали и такие типа, ой, да вот выйдет Резона Мобайл, и она вот всех, вот все вот эти вот проекты, она просто их уничтожит, она вот этих вот всех букашек возьмет и просто-напросто раздает, потому что это же Резона, она же топ-1 проект. Я, разумеется, со всем этим спорить не буду, Резона в самом деле топ-1 проект, но вот Резона Мобайл-то она вышла. Да, разумеется, она сейчас в стадии такого, знаете, открытого бета-тестирования, еще, так знаете, не особо все доработано, еще все дорабатывается, еще все делается, и вообще непонятно, как будет выглядеть конечная версия всей вот этой вот Резона Мобайл. А может быть, вполне возможно, я же не могу все это отрицать, может быть, так сказать, создатели Резона РП, вот эти вот все владельцы сети компьютерных вот этих вот всех киноразвлечений для детей младших возрастов, или таких средних возрастов, или возрастов уже там, я не знаю, побольше, возможно, они вообще забьют на всю эту задумку и скажут, ой, да этот мобильный рыночек, да господи, кому он вообще нужен? Мы вообще даже отследить не можем, сколько людей установило этот самый Резон Мобайл, и что там вообще со всем этим происходит. Поэтому они на все это забьют и пойдут развивать какие-то свои вот эти вот все другие проекты по типу Жизни в деревне. Я об этом, кстати, уже рассказывал насчет Жизни в деревне, там типа, как возможно ее выпустят на мобилку, или как возможно оно там останется все на компьютере. Посмотрите, если вы все это не видели, потому что ролик, в самом деле, получается,
получился интересный, насыщенный и разнообразный. И вот сейчас, спустя буквально несколько месяцев с момента релиза Arizona Mobile, с того момента, как они начали поправлять все свои глобальные баги, проблемы и делать вот все вот это вот прочее, Радмир КРМП, РП Mobile, Рулиплей и вот все другие синонимы всего вот этого вот слова и так далее, они решили выпустить свой порт, так сказать, сделать свой ответ для вот всех вот этих вот КРМП проектов. То есть, если Arizona Mobile, она есть на телефоне, то, разумеется, что что Радмир КРМП, он должен быть тоже на телефоне, потому что, ну, они такие, типа, максимально похожие между друг другом проекты, что Arizona RP, что Радмир КРМП. Правда, вот Arizona RP, она в сампе, а Радмир КРМП, он, ну, как можно догадаться, в КРМП, поэтому непонятно, кто там что вообще сделает со всеми этими проектами и что мы в конечном итоге из всего этого сможем увидеть, сможем все это выжить и вообще, ну, что вообще со всем этим будет. И сейчас люди, которые пишут, мол, то, что выйдет Радмир КРМП и вот все эти, знаете, Black Rush, Барвихи и вот прочие КРМП проекты, мол, они подвинутся, они вообще уйдут, возможно, со всей этой сцены, они не знают опыт. Не знают опыт, который есть у людей до этого. То есть то, что вообще было до всего этого. А что было до этого? Вышла Arizona Mobile, и казалось бы, что она должна, ну, просто затмить все вот эти вот остальные Android-проекты. Вот эти какие-то подделки, неумех там и всех-всех-всех вот этих вот прочих людей. То есть казалось бы, что она должна все это сделать. Но по итогу мы видим то, что не каждый вообще может установить себе эту самую Arizona Mobile, Arizona RP и начать как-то более-менее нормально на всем этом играть. Возможно, проблема у кого-то там с железом телефона. Возможно, там еще какие-то вот эти вот все прочие вещи. Да господи, даже посмотреть на те же самые просмотры моих видеороликов, связанных с таким, в кавычках, конечно же, решением проблем. Даже на это все посмотреть, то есть увидеть вообще, какой ажиотаж вызывает решение проблем, связанных с Arizona Mobile, уже можно будет понять, что проблем много. А сколько проблем вообще будет у Радмир КРМП, при том, что они, ну как вы можете понять, скажем, прямо, ну, как-то особо долго-то весь этот Радмир КРМП, РП, Android не разрабатывали. Возможно, Ковалевский сделает невозможное, и сразу, как только запустится Радмир КРМП на Android, он будет без багов, без лагов и без всех-всех-всех вот этих вот прочих наработок, доработок и непонятных вот этих вот всех прочих вещей. Возможно, будет так, но будем честны, кто вообще во все это поверит? Ну вот кто поверит в то, что какой-то проект, он вот зайдет на платформу, которая ему было вообще непонятно, на мобилку, и все сразу будет нормально. Ну, лично я во все это поверить не могу. Разумеется, если выйдет Радмир КРМП, и вот с первых дней того, как релиз состоится, как все это будет, он будет работать нормально, разумеется, я выпущу еще один видеоролик, в котором извинюсь и скажу, что да, на самом деле Радмир КРМП, они провели огромную работу над оптимизацией всего этого игрового мода, над тем, чтобы люди могли нормально играть и комфортно себя на всех этих проектах, серверах, чувствовать то, что да, вот Радмир КРМП, он хороший. Но сказать то, что после выхода Радмир КРМП все остальные сервера уйдут в какое-то небытие, ну лично я не могу. Возможно, вы вот можете нечто подобное сказать, но лично я, зная вот весь опыт предыдущих серверов, предыдущих вот всех вот этих вот людей и серверов, и GTA Сампа, и GTA КРМП, я вот так сказать не могу. Вот лично я. Однако у меня под видеороликом есть комментарии, есть лайки, дизлайки, вы можете выразить свое мнение там, и я, разумеется, все это почитаю, что там вообще будет с Радмир КРМП, как он выйдет, как он не выйдет, когда он, возможно, выйдет и все-все-все прочее. Ну, а я хочу сказать вам самое главное в моих видеороликах. Это Arizona, Rulyplay Phoenix, IP, а также мой никнейм Dante Connor, по которому вы сможете получить себе бонус при достижении вами 5-го игрового уровня, а также мой телеграм-канал, в котором выходят каждый день какие-либо посты. Вот все это находится в описании данного видеоролика. Заходите туда, и там все у вас будет нормально, хорошо и вообще замечательно. Всем спасибо за просмотр. Увидимся тут же завтра в 20:00, либо немного попозже, либо немного пораньше, я за все это ручаться не могу. А всем спасибо и всем до свидания.